У меня 5000 минут жизни на сегодня. Это больше, чем достаточно. Я могу даже поехать на такси в школу. Доченька, у тебя хватает минут жизни на сегодня? Да, мам, у меня достаточно минут жизни. А у тебя? У меня всего 100 минут, но ничего страшного. Я просто пойду на работу пешком, чтобы хватило на обед. Поделись с мамой минутами. Мам, возьми маленько моих. У меня достаточно. Спасибо. Она пора бежать в школу. Постарайся не тратить сегодня минуты. Почему это? У меня еще 4000, мне хватит. За VIP-такси 500 минут, держите. Быстро возвращайся домой. У меня еще 3 урока, я не пойду домой так рано. Тогда нигде больше не расплачивайся, я чувствую, что что-то не так. Ага, хорошо. Здравствуйте, можно мне, пожалуйста, салат и сок? Ага, держите. Что произошло? Салат не мог стоить так дорого. Систему оплат взломали, и у тебя украли все минуты жизни, и не только у тебя. Украли минуты жизни? И что мне теперь делать? Мне этого даже на сегодня не хватит. Я знаю один способ, но тогда тебе придется скрываться от наблюдателей. Слежка, ты должен мне рассказать, что это за способ, и мне все равно, я хочу жить. Ты можешь красть минуты у других. Красть минуты, быть богатой, но при этом всегда скрываться. Или погибнуть. Я буду красть чужие минуты. Чтобы взять сразу много, твоя первая цель – российский миллиардер. Добрый вечер, извините, а вы не подскажете мне дорогу? Я это сделала! Не злоупотребляй этим и будь аккуратна. Вы так прекрасно выглядите, давайте я вам помогу. Добрый вечер, я бы хотела приобрести у вас вон ту вот сумочку за 2 миллиона минут. Да, конечно, сейчас я ее покажу. Добрый вечер, это служба наблюдателей.